Зрение – одна из самых ценных чувств, которую мы часто пренебрегаем. Ежедневно мы подвергаем свои глаза множеству угроз, даже не осознавая этого. Но есть хорошая новость. Существует множество способов остановить и укрепить наше зрение. В этом видео я расскажу вам, что именно разрушает наше зрение и как его можно предотвратить. Привет, друзья! Добро пожаловать на канал, посвященный организму человека. Здесь мы будем изучать удивительные аспекты человеческого тела, здоровья, физиологии и многое другое. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые увлекательные видео и обновления. Зрение – это огромная ценность для человека, которую нужно беречь в течение всей жизни. С его помощью человек получает до 90% от всей окружающей его информации. К сожалению, многие люди не ухаживают за глазами так, как надо, и уже к 30-35 годам у них начинает портиться зрение. В первой части мы поговорим о том, что вредно для наших глаз, а в второй части я расскажу вам, что помогает восстановить наше зрение. Так что досмотрите ролик до конца, будет очень интересно и полезно. Итак, начинаем. Обязательно подпишитесь на канал и на колокольчик тоже нажмите, не пропускайте ни одной нашей новенькой видео. Что вредно для глаз? Работа за компьютером, неподвижное сидение за монитором и постоянное смотрение в одну точку не так безопасно для зрения, как считают многие. Существует даже специальный термин – компьютерный зрительный синдром. Последствия долгой работы за компьютером – это жжение, затуманивание зрения, покраснение белков глаз, быстрое утомление при чтении. У людей, много времени работающих за компьютером, может развиться и синдром сухого глаза, недостаточное увлажнение роговицы. Начинается светобоязнь, жжение, ощущение песка под веками. Усугубляются симптомы сухой воздух, пыл и табачный дым. Вредные привычки негативно влияют на здоровье глаз, алкоголь и курение табачных изделий, отравляющие вещества, содержащие табачным дымы, повреждая зрительный нерв, сетчатку глаза. Курящих людей чаще встречается нарушение световосприятия, то есть человек перестает четко различать света. При долгом хроническом курении может произойти даже полная потеря зрения. Это называется табачной слепотой. Алкоголь пагубно действует на участки мозга, отвечающие за зрительное восприятие. Это называется алкогольной интоксикацией зрительного нерва. Второе – длительное чтение. Также оказывает плохое воздействие на зрение. Во время чтения глазам приходится воспринимать очень многие мелкие детали, поэтому они быстро устают. Может возникнуть головная боль, покраснение слизистой оболочки глаза. Ни в коем случае нельзя читать в транспорте, при тряске или леже. Это очень вредно. Третье – недостаток влаги. Использование батарей, обогревателей и других отопительных систем приводит к пересыханию слизистой глаз, что выражается зудом и покраснением. Если глаза страдают от недостатка влаги, надо стараться пить больше жидкости в течение дня. Четвертый – тусклый свет. Чтобы глаза не страдали от перенапряжения и усталости, нужно позаботиться об освещении рабочего места. Свет должен быть ровным, дневным и не слепить глаза. Нужно обязательно давать глазам отдых. Каждый час выделять 5 минут для того, чтобы дать глазам расслабиться. Пятое – недосыпание. Ученые давно доказали, что недосыпание нередко является причиной серьезных заболеваний глаз. Симптомы, на которые следует обратить внимание, ощущение дискомфорта в глазах и нечеткое изображение. Для полноценного отдыха глаза надо спать не меньше 8 часов в сутки. Вредные продукты для глаз. Алкоголь замедляет доставку питательных веществ и может спровоцировать нарушение в функции зрительных органов. Кофе. Кофеин повышает внутреннее глазное давление, может ускорить развитие глаукомы. В больших дозах напиток снижает кровоснабжение глаза и насыщение питательными веществами. Соль задерживает жидкость в организме, от этого может подняться внутриглазное давление, повысится риск развития катаракт, поэтому не более 5 граммов соли в день. Сладости. Сахар в большом количестве негативно сказывается на состоянии сетчатки и здоровья глаза в целом. Недаром больным сахарным диабетом советуют регулярно наблюдаться у офтальмолога. Алкоголь. При злоупотреблении спиртом нарушается кровоснабжение сосудистой облачки глаза. Доставка питательных веществ замедляется, может возникнуть спазм сосудов и другие нарушения функций зрительного органа. Жирная пища.
При повышении холестерина может произойти закупорка сосудов, повышается риск тромбоза и инсульта глаза. Что полезно для глаз? Офтальмологи советуют смотреть время от времени на зеленый свет. Он очень полезен для глаз, успокаивающий действие на зрительные рецепторы и нервной системы в общем. Можно поставить около компьютера какое-нибудь комнатное растение и периодически переводить на него взгляд. Занятие физкультурой увеличивается работоспособность мышц глаза и укрепляющее действие на склеру. Легкая атлетика, плавание, катание на лыжах помогут обрести здоровье не только глаз, но и организма в целом. Правильное питание и витамины – залог здоровья. Полезных продуктов для глаз. Регулярное употребление черники помогает поддерживать здоровье сетчатки. Морковь, тыква и другие желто-оранжевые овощи. Свой свет они получают благодаря содержанию большого количества бета-каротина. Попадая в организм, он переобразуется в витамина А. Его дефицит может привести к усухости роговицы, нарушению цветового восприятия. Подтверждено исследованиями, зачет каротиноидов морковка улучшает зрение. Черника. В составе много глазных препаратов. Черника помогает глазам восстановиться после перенапряжения. Благодаря наличию в составе антоцианов веществ, которые придают ей черно-синий свет. Ученые доказали, регулярное употребление ягоды способствует восстановлению зрения после воздействия яркого света и помогает поддерживать здоровье сетчатки. Морская рыба – источник жирных кислот. Они незаменимы в работе кровеносной системы. Сохраняет клеток, служит профилактикой синдрома сухого глаза, дегенеративных изменений сетчатки. Бобовые, чечевица, фасоль, нут, горох для зрения самое то. Бобовые богаты цинком. Он поддерживает состояние сетчатки, помогает дольше сохранить прозрачность хрусталика и предотвращает риск развития катаракт. Орехи обязательно должны быть в рационе взрослого человека. Орехи богаты фосфором, калием, полезными жирами, которые требуются для функционирования зрительной системы. Молочные продукты. В них содержится большое количество кальция, который входит в состав клеток и тканей жидкости глаза. Используется для передачи нервных сигналов. Контролирует сокращение и расширение кровеносных сосудов. Яйца, брокколи, белокочанная капуста и другие зеленые листовые овощи, продукты с лютеином. Это каротиноид, который есть в составе сетчатки. Поэтому регулярное употребление продуктов с лютеином для глаз очень полезно. Яйца замедляют развитие дистрофии сетчатой оболочки. Гречка и овсянка. У этих круп богатый состав витаминов и минералов. Благодаря высокому содержанию калия, магния, фосфора и железа, заживление и восстановление структур глаза происходит быстрее. Поэтому кашу включают в рацион при заболеваниях глаз. Мед для зрения – незаменимый продукт. Ускоряет кровоток в глаза, улучшает питание тканей, помогает регенерации клеток и сохраняет зрительные функции. И не стоит забывать и о гигиене глаза. Каждый вечер, приходя домой, какого бы ни была усталость, надо обязательно снимать макияж, так как спать с накрашенными глазами очень и очень вредно. Подойдет для этого нагретое подсолнечное масло. Оно не только поможет с ощущением кожи, но и будет полезно для тонкой и нежной кожи вокруг глаза. Мужчинам будет достаточно 2 раза в день промыть глаза теплой водой. Упражнения для глаз. Не надо забывать о пользе упражнений и гимнастики для глаз. При работе за компьютером каждый час следует делать перерыв и выполнять специальные упражнения. Первый. Сесть лицом к окну. Попременно переводить взгляд с ближнего предмета на дальний. Второе. Поднять глаза, посмотреть вверх на воображаемую точку, затем медленно опустить вниз. Третье. Сделать то же самое, смотреть попременно на точку справа и слева. Четвертое. Посмотреть на воображаемую точку в левом углу, затем перевести на правый. При выполнении таких упражнений нужно двигать только глазами. Голова остается без движения, повторять их надо 2-3 раза с перерывами около 1 минуты. Зрение играет в нашей жизни очень большую роль. Ее нельзя недооценивать. Каждому человеку необходимо следить за ним, знать, что полезно для здоровья глаз и как правильно за ним ухаживать. Спасибо, что посмотрели наше видео о человеческом организме. Надеемся, что вы узнали что-то новое и интересное.
Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новых видео и увлекательной информации. Всем пока, оставайтесь здоровыми и активными.